think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят! Ну что, у нас продолжаются трешаки на аккаунтах подписчиков. У нас сегодня шаманство. Я не знаю, что за аккаунт, сейчас посмотрим. Вижу, да, немножко донатный, но это не донат, по сути. Где-то начальный аккаунт, 50 тысяч самоцветов, и нам надо заролить, походу, дофига героев, потому что аккаунт молодой. Фоба, Космо, Душек, Фараон, Тесса, Тривит, Королева. Ой, блин, да тут дофига. Оккультист, Медуза. Это жестко. Это реально жестко. Дофига надо всего. Аккаунт бездонатный практически. Активных игроков в WhatsApp на экране. Кидайте заявочки, ребят. Вступайте. Русский Адроин сервер. Гильдия Ассасин. Блин, кстати, захотелось поиграть в этого Assassin's Creed. Но я пока зависаю в колде. В колде. Набиваю себе скилл. Рак стал топом. Такс. В общем, что у нас по плану? У нас по плану роллинг. А то я просто от предыдущего роллинга отхожу. Если нет, посмотрите предыдущий роллинг, там просто бомбический троллинг на аккаунте подписчика. Так, коллекционер-герой, он что-то сегодня даже роллил, походу. Я, кстати, трейд с выхода и не забрал. Надо будет отписаться, сказать, чтобы забрал он. Зашел или я потом после роллинга уже забегу. В общем, поехали, будем пробовать. Потом посмотрим, что по аккаунту. Друидик. Ара. Триант. Ну, начало такое. Сегодня очень хреново падает. Я даже не знаю, вот настолько хреново падает, что просто жесть. Рино. Вот смотрите, 10к слили. Сколько у нас? 3 слизня упало. 4. 4 слизня, 10к. Ну, блин, это реально гон. Ну, так понятно, в районе 50к где-то так собирается, плюс-минус. Но раньше можно было собрать за 30к, когда вышел коллекционер. Первые 30, потом дошло до 40, сейчас в районе 50к. Это среднее количество самов, за которое можно собрать слизни. Ну, плюс-минус по-разному бывает. Рандомчик, конечно же, но в основном... Так, я не понял, где леги? Где леги, блядь? Бездонатный практически аккаунт. Фрея, ну, это уже получше. Но она, по-моему, здесь есть. О, посмотрите, как посыпала. Ведьма. Еще одна Фрея. Да вы что, угораете? Че, походу, День Святого Валентина еще не прошел, что ли? Это жестко. Блин, там ВКонтакте меня бомбят. Блин, ну дофига надо героев, и че, мы ничего не вытащили еще, но это жестко. Офигеть просто, посмотрите, сколько надо героев недостающих. Мы ничего толком еще не вытащили. Но зато слизней собрали. Хоть что-то радует. Ну, Фрея у него есть. И еще две Фреи, блин. Две Фреи. Почему они не падают там, где надо? Где начинальные? Почему мне на немке не падает Фрея? Потому что у меня там самоцветов просто нету. Я ленивая жопа, я ленюсь их копить на бездонате. Ну, я их трачу на другие дела, конечно же. Увеличение, например, складика. Так, сейчас будет им еще одна фея. Ну... Фея, Фрея, это просто какой-то заколдованный аккаунт. Медуза, Князь Тыква, Ниндзик. Не, это гон. О, Рогатка Махатма. О, пойдет.
Ну-ка, еще раз два. Капитан Дрейк. А где недостающие? Вот это все, конечно, круто. Где недостающие герои? Что за фигня? Просто какой-то бредняк. Просто бреднячок. Такс. Кофеек сделан. Не, сегодня утром трэш полный по роллингам. Честно скажу, я, честно говоря, сижу, просто охреневаю от всего, что делается. Купидон. Паладин, душек, триант. Ну, о чем я и говорил, что просто тупо нифига нормально не падает. Так, до леги давайте. Я сказал до леги, друид. Пойдем сейчас отдохнем от этого. Сейчас посмотрим, что мы собрали. 13-15. Ну, я думаю, за 14к шанс вытащить есть. Ой, какой кайф. Какой кайф попить кофеек. Ой, блин, этих кружек уже столько. Так, ну, давай рандомчик. Паладин, ну спасибо тебе за паладина. Ну что это за хрень, реально? Что это за фигня? Посмотрите, где леги, где? Атлант Валька. Ну это просто издевательство, ребята, какое-то. Первый недостающий герой. Поздравляю, Валентина. С днем влюбленных тебя. Ну блин, ну это просто гон. Я в шоке. Я, честно говоря, просто в шоке. 13-15, 7000 самоцветов, ребят. Так, я еще раз пересмотрю. Может, мы кого-то пропустили, провтыкали. Дед Мороз, Суккуб, Дама Холода, Хладный нету. Свален, Сердцеедка нету. Оккультист, Медуза нету. Ледяхи нету. Командоры нету. Трифид нету. Рино есть! О, Рино, Леди Лео тоже мы выбивали. Это хорошо, это хорошо. Я себе сижу такой на расслабоне. Рино, есть. Огонь. Хоть что-то вытащили. О, медузка. Медузка тоже ж надо. Отлично. Ну, не все так плохо. Душек. Тум-тум-тум. Куча фей. Так, и кто там у нас еще? Кто-то еще был. Кого-то я уже... А, Леди Лео. Ну, так уже получше. А то я думаю, бля, ну... Типа, взял аккаунт там... Типа туда-сюда. А, и паладина. Паладина однозначно надо открыть. И капитан Дрейк. Не, ребят, это топовый роллинг. Это роллинг топчик. Капитан Дрейк. Блин, как-никак он для без доната имба. Такс. Кто еще тут хотел? Так, вроде все. Я втыкун сегодня. У меня просто башка другим забита. Так, теперь нам попроще. Дед Мороз, Фрэнк. Ладно, это сердцеедка свален. Блин, оккультист, ледяха, это, конечно, жестко. А, блин, паладина не открыл, ну, блядь, самую имбу пропустил, ну, я вообще просто 50 самов еще потратили на это дело. Такс, ну что, поехали. Чик, медузка сразу, повторочка, атлантище, погрома, химка, ну, ведьма, блин, аж захотелось пойти в рейд опять. Ща, по-любому. Сейчас будет 10 эпик тычек. Так, надо зафармить на максималку. И готовимся сейчас затащить. Рыцарь. Ну, это имба. Душегуб, повторка. Ронин.
Королева Гарпи. Я говорил, что это будут эпик тычки. Одержимый. Бугимен. Бля. Просто полный писец. Ну чё, поздравляем. На последней тычке мы вытащили тебе просто недостающего героя. Это не топовый герой, но, блин, Дама Холода, которую многие хотят словить, она есть здесь. На последней тычке. Просто тупо на последней тычке. Офигеть. Просто офигенных 10 кликов, я считаю, это просто был эпик. Не знаю, пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки на роллинги. Так, мы словили коллекционера, да, словили, отлично. Ну, посмотрите на плюхи. Огонь, огонь просто плюшки. Сейчас мы еще, это еще не все. Трать свой, гадай. Заберем. Тут у нас еще карта есть. Я думаю, вряд ли мы что-то там с тех карт. Ну, хотя, кто его знает. Сейчас посмотрим. Сейчас что-то еще подшаманим. Бум, осколки 20. Так, давайте заберем карты именно. Хотя со вторых карт недостаточно места. Не, ну вы что, гоните? Места недостаточно. Чик. Сердцеедка. Не, ну это, блин, это офигенный роллинг, я вам скажу. Просто кайфовый роллинг. Поздравляю, я надеюсь, ты не разочаровался. Блин, реально вытащили дофига героев. Просто трэш. Самый настоящий. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.